продолжим дальше сетевую игру. У меня просто бред что-то. Не знаю. Давно не играл. Ой, сразу же. Ну давай, ну давай. Попробуем. Сука, опять здесь что ли? Твой коллега стал работать на конкурентов. Твоя цель — найти его, взломать и вернуть наши данные. Как, сука, пристроился. Пора начинать. Да он просто чокнутый. Лох. Напряженно. Пожалуй. Не пускаем в экран. Блядь! Блядь! Пидорас, нахуй, гандон, блядь, оглуши, как так, мак! Сука. Заебись. Блядь, нахуй я вылез. Сидел бы там, блядь. Сидел бы. Фуй, блядь. Да, сегодня дождь, блядь, не обещали, блядь, какой-то гандон, блядь, сломал меня, блядь, покараю, нахуй. Сучка.
Блять, копы, блять, нахуй, сейчас всех уебашу. Я видел синенький квадратик, блять, где он? Пидорасы, ищитесь хорошего, чтобы сломать. Тут заебался какой-то. Единиц опыта получать. Я хоть отнял немного. Почти взломал. Сука, обидно. О, давай. Пидорас. Блять, я, сука, сейчас нахуй всех убью, блин. Раздражает уже. Наконец-то ключик за долгое время хоть раз. Тут деньги, 300 тысяч что набрал. Твой коллега стал работать на конкурентов. Твоя цель — найти его, взломать и вернуть наши данные. Блять, ну все, я просрал. Чё, не взломал? Твою мать. Я думал, взломал. Ну, взломали, блять, вовремя, говорит. Это ж чем предчувствует. Взлом запущен. Будет возможно на стачке ливануть. Это больно уж палевное место. Прям на освещенном даже. Приглядываемся, где можно заныкаться. Точно, там сзади есть же дворик маленький. Побежали вон туда, пожалуй. Он только оттуда упадет, меня сможет увидеть. Ну да, выдает. Все, он с той стороны пойдет, он меня не увидит.
Опа, у меня идеи покруче. Сделать вот так. Ну, если оттуда он пойдет, меня запалят. Вот так тогда. Вообще заебись. Чистая работа. Excellent. Там же 200 должно дать. Блять! Почему так мало? Требую больше. Ай, что это такое? Ручки сетевые. Что это, сетевые гонки? Что? Сетевой взлом. Сетевой контракт. Ну и слежку, может, поиграем. Не, сколько надо? 5, чтобы джиггернаутов можно было бы глушить. На, сука, на! Довел меня до слез. Сетевая слежка. Как-то у нас это делается. Сетевая слежка. Давай. Выследи цель и следуй за ней, пока мы не подтвердим свои подозрения. Тебя не должна засечь ни цель, ни полиция. Это все, что нужно знать. Охуеть можно. Какого хера так быстро? Откуда он узнал? Табло зачем ты хакнул? Хуй с ним. Меньше, одним больше, одним меньше, одним больше. Тут замедлится. Блять, тачка дымится. Неприятно. Вали! Полегче, ладно. Беда. Беда, это мягко сказано. Нет. Черт. Жопа. Ебанок, ну ты слил.
На эти задемы ни хера не видно. Ну все, я скрылся. Тут не единственное, просто как он понял то, что я за ним слежу. Читер, если. Твою ж ты мать, сраный устранитель. Надо его убрать, срочно. Ну так надо устранять пидорасов, пидорков от неба. Вот все. Вот все, заканчивайте свою судьбу. Нехуй мешать мне. Я хочу сетевой взлом. Выкостюй слежку. Ну сагрелся, ну слишком уж. Гастормы. Ехать то вот так. Опять это. Сколько очков-то получу? Выследи цель и следуй за ней, пока мы не подтвердим свои подозрения. Тебя не должна засечь ни цель, ни полиция. Это все, что нужно знать. Могло быть хуже. Блять, я лоханулся-то как. На ФК, по-моему, стоит. Там нет проезда, блядь. Что такое было? В ступеньку врезался, заебать просто. Я больно уж Надо потеряться, скрываемся. Сука. Нельзя упускать эту цель, действуй. Я не опускаю. Тише. Садись. Вот урод. Эй!
Давай, гандон! Жопенская, блядь. Полчаса вокруг него хожу, блядь. Не пойму, что делать надо. А если я в кашель, да, это был другой разговор. Все, на, ты потерялся. Зря, конечно. По-дурацки вышло. 0-0-0. Блять, очки-то хочу жив даю, ну хуй с ним, тоже хорошо. Блин, устраните. Нужно найти его. Блять, он еще по шоссе катается. Ебанек. А? Нет. Я не хочу. Вот его тачка. Как я наебут меня сейчас? Прям среди толпы. Где этот гандон? Просто не представляю. Том, вот, где-то тут. Боже мой, как его не вижу. Просто на лошара, блять.
От меня не уходят просто так, от меня просто убегают. И не убегают. Да, плохо. Ладно, на этом мы и эту серию заканчиваем. Всем спасибо, пока, удачи.